Бронза Валдайская. Упали березонька, упали кудрявая, черноглазая моя, чернобровая моя. Так и жил веками Валдай. Мастерством да красотой. Вельми любимыми место сие, понеже красно зело. Нигде ж такого красна не видев. Плененный красотой Валдайского озера, основал патриарх Никон на одном из его островов святую обитель, Иверский мужской монастырь. Почитаемый по всей Руси, являл он собой твердыню и духовную, и военную. Лива, целый час. Спасибо. Я и сама бы его нашла. Папа, хватит меня осуждать. Я тебя знаю, Катерина. Твой жених не напрасно кричал, что ты все подстроила. И он попался. Кстати, он тоже разорвал помолвку. Так что теперь я свободна. Свободна. Ты чудовище! Я знала, что ты что-то задумала. Папа, позволь мне. Вернянка! Разграбленный в года глухие, оживает монастырь для праведных дел. Но пока есть вода, живая вода, на ней вновь и вновь замешивается жизнь. А если жив народ, жива и надежда на возрождение. Валдай — это край, Богом посланный человеку. Здесь, среди заповедных лесов и озер, берут начало великие реки — Волга и Днепр. Эта земля с ее целительным воздухом и чистой родниковой водой дает человеку
силы и здоровья. Соляные источники Валдая были известны еще царю Петру. Есть среди них и хлоридные минеральные воды, и бромистые. По качеству не уступают лучшим европейским. Так же, как и грязи лечебные. Многометровыми толщами залегают они на дне Валдайских озер. Еще строителей Иверского монастыря лечили этими грязями от ревматизма. А в начале 20 века построен был в долине реки Поломить курорт Варницы. Ехали сюда на грязи да на воды со всех концов России.